Встретиться с ангелом и загадать сокровенное желание. Культурный центр «Фестивальный» приглашает в праздничные дни на самую трогательную выставку сезона. Экспозиция называется «Анельские спотканни». И те, кто следит за культурной жизнью города, наверняка знают, что в канун праздников она проходит регулярно. В прежние годы тут можно было увидеть работы, созданные не только белорусскими, но и литовскими и польскими мастерами. А в этом году из-за закрытых границ доставить экспонаты не получилось. Зато теперь посетители выставки могут оценить размах творчества своих земляков. Совместно стали участвовать в выставке детская художественная школа искусств, любительское объединение «Народный городенский колорит», а также учреждение дошкольного и школьного образования города Гродно. В общем-то, получилось так, что слетелись ангелы со всего города. Их получилось у нас порядка больше 50, потому что 50 учреждений приняло у нас участие в этом конкурсе. Но у нас было три номинации, не только ангелы, но еще была номинация «Лучший новогодний символ» и «Лучшее национальное украшение». Поэтому, в общем-то, вот представлено всего работ 112. На выставке представлена коллекция ангелов, созданных в разных техниках и из разных материалов. Фетр и лен, дерево и керамика, вязаные и шитые. Многие из них сочетают в себе элементы национального стиля. Обилие ангельской темы дополняет второй зал, где представлены новогодние игрушки и символы будущего года. Тут также создатели экспонатов постарались подчеркнуть белорусские нотки. Вместе с тем, поскольку культурный центр «Фестивальный» – это дом искусства для разных народов, здесь представлены и произведения, созданные по мотивам других национальностей. Скандинавские гномы, американские Санта-Клаусы, итальянская ведьма Бифана – и японский ангел аниме. Кстати, для девочек, девушек и женщин с ангельскими именами Анжела, Анжелина или Ангелина посещение выставки бесплатно. А вот счастливым обладателям других имен наверняка понравится идея почувствовать себя ангелом, примерив крылья и сделав атмосферный снимок в тематической фотозоне. Выставка «Анельские спотканни» будет работать вплоть до Старого Нового Года.